уважаемые зауральцы и гости нашего славного города Кургана и Курганской области. Я рада приветствовать вас на этом грандиозном событии. Мы начинаем большой концерт симфонической музыки «Симфониада» на Троицкой площади. Давайте поприветствуем друг друга, поздравим друг друга с этим небывалым событием. Впервые в истории зауральской культуры в одном вечере выступят сразу три симфонических оркестра. Такого у нас еще не было. Сегодня мы будем приветствовать один из старейших оркестров России, крупнейший оркестр Сибири, Омский академический симфонический оркестр, который бывал у нас уже и выступал в Большом зале филармонии. Сегодня выступит прославленный, концертирующий, принимающий участие в значимых проектах, фестивалях, концертах России и за рубежом Уральский молодежный симфонический оркестр Свердловской филармонии, который к нам пожаловал из Екатеринбурга. Тоже этот оркестр выступал неоднократно на сцене Большого зала. И вот сейчас такая почетная, ответственная миссия открыть наш праздничный вечер симфонической музыки стоит нашему дорогому, родному, любимому Зауральскому симфоническому оркестру дирижер Михаил Мишуков.
актера к опере Руслан и Людмила.